Патриоты воюют и на той стороне, и на другой стороне, поскольку поддерживают просто разные точки зрения. Вот. Я и за Россию, и за Украину. По матери я украинец, но мои предки еще есть русские казаки с Волги. Значит, а сейчас русские казаки очень сильно обозлены на политику Путина, пока они воюют, сражаются против так называемых укропов. Они видят, что за спиной их не вывозятся эшелонами сланцевые руды и уголь с Донбасса. Воруют эти олигархи российские. Вот это мне не нравится. Я за единую Украину и за то, чтобы Украина нашла свой путь, и чтобы Россия свой нос даже туда не всовывала. И не лезла со своими раскладами. Ей нужны нищие вассальные страны. Это зараз магчыма, вот хотя бы выніку перамоваў. И мое пророчество такое. Через год-полтора на Украине, Белоруссии, даже до Москвы дойдут войска НАТО как, в качестве миротворцев. И это даже и неплохо будет. Отчасти. Посмотрим, как бы, как оно получится или нет. Но хватит мучить украинцев. Это добрый, порядочный народ. И те войны, которые воюют на стороне Украины против русских, они на самом деле не против русских. Они просто за свою страну сражаются. Вот. Дякую велике. Удачи, слава Украине!